Сегодня 21 августа 2016 года. Я следователь отдела полиции номер 1 города Уфы. Моя фамилия Шмухаметов Лиза Архатович. Наверное, это мое первое и последнее видео, да, которое будет опубликовано для публичного просмотра. В этом обращении я хочу, возможно, поднять те проблемы, да, с которыми сталкиваются, может быть, не только следователи, да, наверное, нет. Сейчас, наверное, будем говорить только про следствие, что вообще в органах я с 2005 года, с ноября прошлого года работаю в должности следователя отдела полиции номер 1. С января 2016 года на должность начальника следствия отдела полиции номер 1 пришла исполнять обязанности, была назначена Ахтямова Индира Рафаэловна, и с самого начала, так скажем, у меня с ней не очень сложились отношения. То есть на тот момент, когда она пришла, я расследованием еще не занимался, так скажем. То есть до нее был другой руководитель, который мне не отписывал уголовные дела, и я расследованием не занимался. С ее приходом я сразу же, то есть мне отписали дела. И среди этих дел, так скажем, были такие дела, которые я расследовал, по ее мнению, они, то есть, не представляли особой сложности. Но для меня, как нового человека, это было, так скажем, не так-то просто. И с ее стороны я, то есть, так скажем, подвергся такому отношению, что, в общем-то, на мой взгляд, это было отношение предвзятое, и оно остается по сей день таким, оставалось, да. Всячески, то есть, на протяжении полгода я сидел с ней в одном кабинете, и ежедневно мне приходилось выслушивать от нее, так скажем, мягко сказать, оскорбления, да, унижения какие-то, что я не могу, что я не справляюсь, что я зря сюда пришел, что мне нужно куда-то деться, да, что мне нужно уволиться, что я, как следователь, никакой. Но я так не считаю, думаю, что мне просто отписали, так скажем, не самые простые дела. Ну, как для молодого следователя, да. И само ее отношение к людям и вообще к коллективу, мне кажется, она ведет себя не совсем дипломатично и не на уровне, то есть, так скажем, как начальник следствия, она ведет себя так, как не должен себя вести руководитель вообще в целом. То есть это не дипломатичный человек, это человек, который, я не знаю, ради